Zombie apocalypse. Всем привет! Появилась у меня в машине одна проблема. Соответственно, я ее решил и хочу сейчас поделиться с вами. А проблема заключалась в том, что когда я глушил двигатель в машине, поворачивал ключ в замке зажигания и вытаскивал его, у меня машина продолжала работать. То есть это капец какой-то был. Продолжала она работать где-то около минуты, наверное. То есть я уже уходил там куда-нибудь в магазин, домой, и машина продолжала работать, потом глохла и все. И если бы такое было один раз, как бы я бы не обратил на это внимания. Но такая проблема была постоянно. То есть что-то было не то. В итоге я залез в интернет, я пересмотрел много видосов всяких разных. И ничего толкового я, в принципе, найти не мог. У кого-то какая-то детонация была. У кого-то проводка была сгнившая. У кого-то погоревшая была проводка. Там много всяких разных причин, но моей причины как бы, ну, не было. Ну, или как бы я думал, что у меня была такая же причина, но я не хотел в это верить. Думал, что все-таки здесь должно быть как-то что-то попроще. Вот. Ну и в итоге я все-таки нашел информацию на одном из форумов и хочу поделиться ею с вами, чтобы вы, залезая на YouTube, как бы могли решить свою проблему. Вот. Проблема оказалась простая. И я случайно в кармане, нажав определенную комбинацию клавиш, включил режим турбо. Но режим турбо — это не означает, что ваша машина полетит в два раза быстрее. Это обозначает турбина. То есть она нужна для того, что когда ты приезжаешь, твой двигатель, турбина должна остыть. Она должна немножко поработать. Вот такая вот у меня сигнализация, такой вот брелок. Здесь 4 кнопки, соответственно, это закрыть, это открыть, а это программирование. И вот инструкция для этой сигнализации. Открываем оглавление и видим, что тут написано режим турбо на 35-й странице. Ну вот как бы 35-я страница, и тут как раз-таки рассказано про этот режим турбо. Можете поставить видео на паузу и почитать, что тут про него пишут. Ну, соответственно, то же самое, что и у меня было, как бы она несколько минут работает. Ну, у меня-то вообще около минуты работало, но тут пишет, что 1, 2, 4 или 6 минут может работать машина. То есть, все-таки можно как-то настроить еще количество минут. Так, ну вот, для включения этой функции нужно нажать одновременно на кнопку 3 и 4 и подержать короткое время. После чего раздастся звук сирены один раз, фары мигнут 5 раз и, соответственно, на брелке тоже фары мигнут 5 раз. И на дисплее появится функция турбо. Сейчас я покажу, как это сделать. И также, в принципе, и снять ее. То есть одновременно нажимаете на кнопку 3 и 4. То же самое происходит и значок турбо пропадает. Соответственно, турбина, функция турбины будет отключена. Вот, кстати, даже показано 0,5 секунд нажать на эти клавиши. Я думаю, что во многих сигнализациях это одинаково делается, поэтому это распространяется не только вот на эти сигналки. Ну вот, появился у меня значок турбо, вот он сверху. Плохо видно, у меня тут уже зашарпанный, потому что в кармане постоянно с ключами находится брелок. Соответственно, чтобы его отключить, также нужно нажать на две клавиши, вот эти, третью, четвертую. Вот она просигналила, и 5 раз мигнули фары, и значок турбо пропал. Ну вот как-то так. Надеюсь, мое видео было полезно для вас. Все, всем счастливо, пока.